Привет. Один из самых частых вопросов, который вы задаете, это сколько стоит построить дом под ключ? Я решил поднять все свои старые ролики и записи и соединить весь процесс строительства в одном видео. В этом видео. Я думаю, посмотрев его от начала до конца, даже новичок будет представлять, что и в каком порядке делается, и с какими тратами ему предстоит столкнуться. Суммы по основным видам работ я буду указывать на экране. Но обращайте внимание на дату, это очень важно, ведь цены с тех пор, разумеется, выросли. Располагайтесь поудобнее, налейте себе чашечку чая и приятного вам просмотра.
Ну что же, как вы видите, строить самому недешево. По состоянию на 2021 год эту сумму можно смело умножать в 1,5 раза. Либо подумать о покупке уже готового дома. Скорее всего, последний вариант выйдет дешевле, но с одной оговоркой. Есть вероятность купить кота в мешке, и позже будут всплывать различные артефакты. Ну что ж, на сегодня все. Жду от вас подписки и нажатого колокольчика. Скоро увидимся. Пока.